Сейчас сбросили где-то днем ранее, сбросили в интернет видео, сбросили, скорее всего, его силовики, потому что снимают в отделении полиции, я так понимаю, дают показания, опрашивают людей, которые были рядом в момент смерти Арифата Даутова. Люди здесь в комментариях пишут, что это фейк, что это подставные люди. Нет, это реальные люди, и они действительно говорят правду. В момент, когда они его видели, да, человек уже был в таком состоянии, его рвало. Возможно, его рвало от сотрясения мозга или еще чего-то. Но основное то, что люди его увидели в городе Баймак. Понимаете, они встретились и видели его в городе Баймак. А задержание было днем ранее. Днем ранее было задержание в деревне Новые Чебеньки Зианчуринского района. Расстояние, если даже вот быстро ехать, ну там около 200 километров от этих деревни Новые Чебеньки Зианчуринского района до города Баймак, около 200 километров, это ну 2,5 часа, это при быстрой езде. Тем более тогда была метель. Сколько силовики ехали до города Баймак, это неизвестно. И никаких свидетелей, что там происходило, нет. Так что люди, когда говорят то, что видели Рифата в таком состоянии, они говорят правду. А силовики, прикрываясь ихними показаниями, они хотят сказать то, что да, вот Рифат был в таком состоянии, но задержание было в Зианчуринском районе, деревня Новые Чебеньки. Поэтому все это не может быть никаким доказательством. Силовики могли что угодно сделать с этим человеком. Довести его до смерти, пытать, делать что угодно. Поэтому это видео никак не может быть доказательством того, то, что Рифат был пьян, отравился суррогатом. И как утверждают именно силовики, что это было так, что он отравился суррогатом. Человек, когда его вот взяли под стражу, тем более в очень грубой форме, как говорят свидетели, был абсолютно трезв. Он не пил, понимаете? Рифат не пил. А говорят то, что он был в алкогольном опьянении. Этого не могло быть. Просто не могло быть. Сейчас вот посмотрите видео, как люди дают показания. Но это показания на следующий день после задержания. Он стоял, ну, еле стоял на ногах, перекашивался. Потом он прилег, потом его стошнило. Стошнило, потом, ну, остановились, естественно, вышли. Думали, может, ему кислорода не хватает. Там обратно его занесли. Он более-менее уже стал. Он сел. Стал, сел. Ну, ему плохо, говорит, что-то рвота. Потом сказал, что у него типа этот понос. Да, говорю же, когда он зашел, вот стол стоял, он облокотился на этот стол и стоял. Он просился в туалет. Потом Его отвели? сотрудники отвели его в туалет. Какие признаки были характерны? Как пьяный или непонятно. Как будто находился в состоянии алкогольного опьянения, да? Просто когда я его увидел, он уже как-то это неважно себя чувствовал. И по пути у него остановилось дыхание. Он перестал дышать. Тошнило его. Болевал и перестал дышать. Кто-нибудь его избивал? Нет, никто не избивал. Такого момента не видели, да? Не видел. Чистые, грязные, рваные, помятые. Нет, так кровь, что-то такое было? Нет, крови, ничего такого не было. Он был опрятно выглядел? Опрятно выглядел, просто лицо у него было нет, самое не свежее. На вид он выглядел как больной, болезненно, как больной, да?
Ну, он не мог, в плане, он что-то начинал, пытался говорить, и не получалось у него, или он вообще не пытался? Ну, не пытался, и не хотел, и нет. Ему просто не до этого было, он сильно болел, похудел. В какой-то момент, значит, ему, значит, кто-то из рядом сидящих заметил, что он как бы уже не дышит. И начали оказывать помощь, искусственное дыхание. Здесь оказывали, значит, один из задержанных и сотрудник полиции. Скорую помощь вызвали сотрудники полиции, она подъехала минут через 15-20 примерно. Они уже просто констатировали смерть.